Так. Вот здесь паромная переправа на Балтийскую косу. А там уже военные корабли. Здесь Балтийск. А в той стороне Калининград. Нормально, как обычно, танки катаются на Балтийской косе. Едут в сторону Польши. Остатки немецкого форта на Балтийской косе. А здесь военные танки разгуливают. Едут в сторону Польши, походу. Балтийск по левую сторону. Это уже Балтийская коса. Развалины старого немецкого форта. Он буквально по кирпичикам разваливается. Когда-то это была несущая часть форта. Сейчас это вот так все выглядит. Вот, крыша постепенно осыпается. Это помещение еще относительно целое. Но уже видна трещина. Так, немецкие постройки. А вот они, кстати, два ангара для подготовки немецких летчиков. О! Да, все заброшено, запущено. И восстанавливать пока никто не собирается. И второй немецкий ангар. Еще одно запущенное здание.